Более 304 миллионов рублей народных пожертвований поступило на строительство мемориала советскому солдату. Его открытие в мае будущего года станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент, который создается в Оржеве, это федеральный проект. Он станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе, отметил губернатор Игорь Руденя. Комплекс возводится на спонсорские средства и добровольные взносы простых граждан. Сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Кроме того, на эти же цели с 26 ноября Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов. По словам исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Баркова, свои средства присылают в том числе и наши соотечественники из других государств.